На конкурс дети читают стихи от Лабиринт.ру. Корней Иванович Чуковский про елочку читает Ремнева. Нова! Лиза? Нова! Город? Бен! Два? Пини! С половиной года. Года Бен! Начинай! Были бы у елочки ножки, побежала бы она, да ложки нами, заплясала бы она вместе нами, застучала бы она ножками, закружились бы на елочке флаги, игрушки и разноцветные фонарики, капушки, завертелись бы на елочке флаги из пунцовой и серебряной маги, засмеялись бы на елочке подушки и захлопали бы от радости подушки, потому что нынче ночью у ворот постучался идиот новый молодой с золотою бородой. Подушки. Ура! С Новым годом! И не годом!